102 года исполнилось пограничной службе России. Официально этот праздник в СССР был закреплен только в 1958 году. В современной России День пограничника установлен указом президента в 1994. Сестрорецк до Великой Отечественной войны был приграничной местностью. У нас в городе есть и сквер в честь героя Андрея Коробицына. Ежегодно там происходят торжества, посвященные этому празднику. В сегодняшних непростых условиях мероприятие тоже состоялось, но с соблюдением ограничительных мер. Впервые за много лет возложение цветов к памятнику героя-пограничника проходит в тишине, без праздничных звуков оркестра. Сегодня, 28 мая, мы отмечаем День пограничника. В 2010 году, ровно 10 лет назад, в Сестрорецке по инициативе Совета ветеранов-пограничников «Рубеж», который возглавляет бывший командир нашей сестрорецкой части 2209 пограничной войск связи, был открыт этот сквер пограничников. 10 лет назад здесь были установлены 4 флагштока. Через 2 года, в 2012 году, здесь появился бюст героя-пограничника Андрея Ивановича Коробицына. И с каждым годом этот сквер прирастает новыми и новыми объектами благоустройства, новыми экспонатами, в том числе и этим пограничным столбом. В этом году, конечно, в связи с общей ситуацией с коронавирусом, мероприятие, посвященное Дню пограничника, проходит не столь масштабно, в ограниченном режиме, но, тем не менее, мы не забываем об этой памятной дате. Чем является для нашего района праздник День пограничника, рассказала глава курортного района Наталья Валентиновна Чечина. Для нас это пример воинов-пограничников, преданности своей профессии, своему отечеству, надежности и, конечно, величайшему примеру служения отчизне. С праздником вас, дорогие пограничники! Сегодня для вас, конечно, торжественный день. И я хочу вам выразить слова благодарности и признательности за верную службу отечеству. Благодаря вам наши границы всегда надежно защищены, и мы можем радоваться, жить, трудиться, воспитывать детей и внуков. Спасибо вам за мирное небо. Я желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и, конечно, выдержки в самых сложных ситуациях, потому что за вами вся страна. И особое поздравление нашим ветеранам, почетным жителям города Сестрорецка, тем, кто хранит историю воинов-пограничников. Их ратный подвиг, их мирное служение. Это Анатолий Ильич Воробьев, который возглавил общественную организацию. Это генерал-майор Иван Дмитриевич Ярков, который служил в пограничной службе Северо-Западного округа. А Анатолий Ильич возглавлял наш сестрорецкий погранотряд. В мероприятии приняли участие представители администрации курортного района, муниципального совета города Сестрорецка и совета ветеранов воинов-пограничников. От имени пограничников курортного района, а именно от председателя Воробьева Анатолия Ильича, полковника, поздравляем всех пограничников, также ветеранов пограничников, действующих, с этим замечательным праздником. Днем пограничника. Желаем всем здоровья, счастья, долголетия, благополучия и мирного неба над головой.